уважаемые гости! Сегодня вы присутствуете не на простом концерте, а на открытии школьного фестиваля искусств. Поем, играем, танцуем и удивляем. Сегодня вам дано увидеть настоящее таинство, рождение новых творческих идей и их заявку на будущее воплощение на сцене школы номер 58, которая принесет вам восторг и вдохновение. Звезды – это символ успеха, символ таланта, радости и смеха. И люди, как звезды, тоже горят. Недаром сегодня такой звездопад. Ни один конкурс не обходится без жюри. С огромным удовольствием представляем вашему вниманию справедливое и неподкупное жюри. Шахов Вячеслав Анатольевич, звукорежиссер. Похлопаем. Славгородская Ольга Сергеевна, педагог-организатор. Дадашов Эмир, президент школьного ученического самоуправления. Артемова Светлана Вячеславовна, председатель родительского комитета школы. Мандебура Анастасия Александровна, учитель изобразительного искусства. А вместе с ними почетная комиссия во главе Анны Иосифовны. День встретишь с этой песней, и вечером, и днем споешь. Становится жизнь интересней, и мир несказанно хорош. Песня «Лелеченьки» исполняет Очкас Анастасия, ученица 4 Б-класса. Поприветствуем! Без учебы не обходится.
А сейчас выйдет к нам на сцену ученик 4 А класса Кулеш Даниил. Стихотворение «Ридна хата». Похлопаем! Ридна хата, Анна Чирінь. Різні світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Там ростуть степи без край, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Пока для них наука – вірний друг, но опыт подтверждается делами. Желаем стать вам музыкантами, певцами, а также знатными чтецами. Встречайте, две хорошенькие, добрые девочки из 4 В-класса. Бондаренко Лидия и Крюкова Даша. Песни «Мир без войны». Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю, где не горы, не овраги и не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. Поле чудес в стране дураков. Полейте хорошенечко, советуем мы вам. И вырастут ветвистые деревья в темноте. И вместо листьев денежки зазолотятся там. И вместо листьев денежки зазолотятся где? Не горы, не враги и не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. Поле чудес в стране дураков. Мы учимся игре на инструментах, танцуем все мы и поем. На этих замечательных предметах росли все музыканты с давних пор. Песня детства в исполнении Борзовой Марии и Руденко Марии. Две Машеньки, две подруженьки. Повстречаем! Попасть туда, оно идет не слышно, пока.
ночами тихо меня будет. Я уже проснулась, я уже встаю. Все, что было раньше, все это не важно. Все, что было в прошлом, я не признаю. Я живу сегодня, и сегодня рада. Я поймала лучик счастья и тепла. С добрым утром, солнце, с добрым утром, небо. Я живу сегодня, жизнь моя светла. Стихотворение «Праздник» в исполнении Анастасии Шлемки. Повстречаем! Праздник! Какой сегодня странный день! Петров открыл с поклоном дверь, Марину Глебовну впустил, и тут весь класс наш подскочил. Максимов ей несет букет, певцов коробочку, конфет, девчонки радостно галдя, большой кувшин из хрусталя. И только я один сижу, и вообще маме не жужжу. Подарок мой покруче яиц, затмит собой всех других. Да будет счастлив педагог, вчера я выучил урок. О дворе под суеты воскресной, вопли кинофильмов и реклам, убегаю в мир прекрасных танцев, мир, где много красок и тепла. А мы приветствуем танцевальный коллектив девочек 4 Г класса. Танец хип-хоп. Встречайте! Тысячи струн и веселье в судьбе. Лапинка Дарья.
ученица 6 Б-класса, Дертенбай. По северу ехал один эскимос. Везли его 10 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Ай, гербона гиннагона Дертенбай. Ай, гербона гиннагона Дертенбай. О, Дертенбай, о, Дертенбай. А песенка с пара из теплого рта ушла, прославляя родные места. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Ай, гербона гиннагона Дертенбай. Ай, гербона гиннагона Дертенбай. О, Дертенбай, о, Дертенбай, о, Дертенбай. Довірся речі чистій і правдивій, довірся також слову доброти, довірся речі, що другим зачить, довірся речі, що без суети. Карасьова Віка, учениця 4 А-класа, аплодирую! Ему каждый день ты бабушке оставила. Мобильный телефон и мои ряды из дома.
набирайтесь ума. Ишанбаева Дашенька, ученица 4 А класса, прочтет стихотворение Живанина. Живанина, видя час. Живанина в самолете чался быстро, словно ветер, и внезапно оказался на неведомой планете. Здесь дороги и машины, горы, домики, ограды, и цветочки, и листочки были все из шоколада. Альпинист забрался в гору, у горы вершины нет, шоколадную верхушку кто-то сопал на обед. В школе парты, окна, двери и тетрадки у ребят тоже все из шоколада, а учебники едят. Что там парты и тетрадки? Сладким было все подряд, и казался слишком сладким даже горький шоколад. Ой, подумал Джованнино, через месяц жизни сладкой. Ой, я чувствую, что скоро тоже стану шоколадкой. Не хочу, с меня довольна, не пробуду здесь и дня. До свидания, сеньор, не сердитесь на меня. Чтоб здоровым быть полна, физкультура всем нужна. Для начала по порядку, утром сделаем заряд. Вместе весело танцуем, вместе весело поем, вместе весело играем, потому не устаем. Ученики 4 В класса, 2 Артема, 2 борца, встречаем! Thank you.
можна стати свободною птицею. Свободною птицею улететь. Кристина Серышева – это добрая, веселая девочка с превосходным голоском. Встречаем! Песня «Я стану морем». Such a difference between us.
Хороший дом стремителен, от света улыбок приходит движение, полон фантазии и воображения. Вот интересно, хватит ли нашему жюри фантазии и воображения оценить всех участников по достоинству? Ведь уже был исполнен последний номер фестиваля, и теперь все зависит только от вас.
Ребята, у нас сегодня подходит к концу первый этап музыкального фестиваля, который мы проводили среди параллели 4-6 классов. Это первый пробный шар. Мы сюда пригласили 5-7 классы представителей, потому что следующий этап, я попрошу, наверное, двух девочек вот с первого ряда, которые, у меня есть к ним вопросы, мы с ними побеседуем, да? Вы хотите поговорить, мы с вами побеседуем. Так вот, 5-7 классы мы уже в ближайшее время будем проводить такой же музыкальный фестиваль и среди ваших параллелей. Что я хочу сказать? Во-первых, огромное спасибо всем участникам. Вы видели, как они волновались. Мы их поддерживали с вами, правда? И мы сейчас еще раз их поздравим аплодисментами. Мы прекрасно понимаем, что кто-то из них более профессионален, кто-то менее. Но те артисты, которых вы видите на экранах телевизоров, на концертных площадках нашей страны, они все начинали тоже с таких небольших выступлений. И может быть, среди тех, кого мы сегодня видели на сцене, вы потом будете вспоминать, а я видел его первое выступление, а теперь он выступает по телевизору на Евровидении и так далее. Поэтому все у вас получится. Вы молодцы, что вы это пробуете и делаете. За это вам огромное спасибо. И огромное спасибо организаторам этого фестиваля. Вячеславу Анатольевичу, Татьяне Федоровне, Ольге Сергеевне и классным руководителям, которые вас поддерживают. И, конечно же, вашим родителям, потому что не было бы ваших родителей, не было бы ваших талантов. Поэтому всем спасибо. Жюри сейчас подводит итоги. И я несколько слов хочу сказать зрителям. Зрителям еще тоже надо расти и учиться. Поэтому надо уметь слушать. Понятно, что надо где-то как-то обсуждать, но надо это делать корректно и воспитанно. Вот об этом я и хотел поговорить с вами, с теми девочками, которые сидели возле меня и которые во время выступления ваших же товарищей и подружек поворачивались, кричали, разговаривали. Этому тоже надо учиться. Тем самым вы показываете, что вы воспитанный, уже созревший человек. Я вам желаю успеха, я желаю вам талантов и побед. И у нас впереди еще ДС-фактор. И мы часть этих номеров тоже будем там выставлять. И я думаю, что мы победим. Спасибо всем. Итак, внимание. Я прошу подняться на сцену президента нашей школьной организации Нина Дадашова и председателя родительского комитета школы Светлану Вячеславовну Артемову. Где и аплодисменты от зала. Итак. Самый волнительный, самый трогательный, самый ответственный момент – это момент подведения итогов. Я думаю, что члены жюри имели сегодня очень сложную задачу, потому что подготовка чувствовалась, понимали, что каждый из детей, участвовавших в конкурсе, отнесся к порученному делу очень ответственно, но какой-то определенный итог все-таки должен быть, и я думаю, что все ребята достойны уважения и аплодисментов, которыми вы их наградите, когда они будут подниматься на сцену. Итак, грамотой награждается ученица 6-го класса Борзова Мария и Руденко Мария, лауреаты музыкального конкурса «Поем, играем, танцуем, удивляем». Вручили. И проходите, пожалуйста, вглубь сцены. Девочки, пройдите, пожалуйста, вглубь сцены. Награждается Ельников Игорь, ученик 6-го класса, лауреат музыкального фестиваля искусств. Награждается Очкас Анастасия, ученица 4-го Б класса, лауреат. Стоп, Анастасия, на сцену. Так, стоп, поднимайся на сцену. Итак, да, не забываем. Коллектив девочек 4-го Г класса, лауреаты музыкального фестиваля искусств. Дарина Нишинбаева, лауреат нашего конкурса. Девочки, становимся, образуем красивую картинку. Ученица 6-го класса, да, Власенко Даша, пожалуйста, на сцену.
Кобазева, ученица 4 Б класса, лауреат нашего музыкального конкурса. Ученики 4 В класса Головинов Артем и Ткаченко Артем. Ира Федоренко, лауреат музыкального фестиваля искусств. В очень редкой номинации. Сегодняшний. Аплодисменты! Бондаренко Лидия и Крюкова Дарина, лауреаты нашего конкурса. Ученик 4 А-класса, лауреат нашего конкурса. Настя Шлемка, ученица 4 А-класса, лауреат нашего конкурса. Виктория Карасева, ученица 4 А-класса, лауреат нашего конкурса. Как я говорила, самый ценный приз, который всегда присутствует в любом конкурсе, это приз зрительских симпатий. Сегодня этот приз получают ученица 4 класса Лукинчик Диана Игоренко Вероника, ученица 3 класса. Аплодисменты! Это наша ура! Остановились. Грамота. Итак, Деняк София, ученица 4 В класса, в 3 место в музыкальном фестивале искусств. Третье место. Сержева Кристина, 2 место. И Алина Истаенко, 6 А класс, 1 место в музыкальном фестивале. И грамота, подтверждающая это. Итак, огромное спасибо всем за подготовку, спасибо залу за доброжелательную поддержку наших конкурсантов.